Всем здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу попросить у вас о помощи, о поддержке. Пожалуйста, не проходите мимо. Помогите, пожалуйста, кто чем может. У меня очень сложная жизненная ситуация. Я буду очень благодарен вам, если вы поможете. Приятного вам просмотра. Такие игры пропускать нельзя. Сегодня будет интересно. Сегодня мы смотрим классный футбол. Матч скоро начнется. Никуда не уходите. Кто сегодня сильнее, узнаем в прямом эфире на EATV. И вновь говорим мы вам привет с футбола. Георгий Черданцев и Константин Генич работают сегодня для вас. Продолжается групповая стадия, и сегодня мы смотрим очередной ее матч. Сборная Англии сыграет против сборной Финляндии. Нас ждет очень интересная игра. Ошибаться никто не захочет, и терять очки тоже, поэтому команды на поле выходят за результатом. Сегодня отличная возможность решить некоторые из своих задач в этом турнире. Английская сборная сегодня играет в таком составе. В воротах Джордан Пикфорд. Джон Стоунс в защите сыграет с Гарри Магуайром. Фил Фоден начинает с Букайо Сака на краях полузащиты. И с одним нападающим решил начать матч главный тренер. Впереди играет Харри Кейн. И вот состав второй команды. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. С мячом Букайо Сака. Джуд Беллингем с мячом. Вот так они остались без мяча. Отличный проход. И с мячом он идет вперед. Очень уверенная игра в отборе. Беллингем. Джуд Беллингем. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Жареным в этой ситуации попахивает, и не с кухни. Перехват, они снова с мячом. Деклан Райс. Харри Кейн. Пришлось отойти поглубже, чтобы получить мяч. С мячом Букайо Сака. С мячом Сака. Бей же! Не дает пробить. Опасно такая игра может закончиться. А теперь надо защищаться. Сложно у него мяч отнять. Атака уже затянулась. Нужно обострять. С мячом Фил Фоден. Просто у него мяч не отберешь. Отбор. Все в рамках правил. Отлично они в пас играют, но к чему приведет такое владение? Похоже, мы их сглазили. Владение на этом заканчивается. Тему Пукки! Деклан Райс с мячом. Харри Кейн. Сака. Харри Кейн. Он сохранил мяч. Джуд Беллингем. Атака прервалась на подступах к штрафной.
Букайо Сака. Сборная Англии с мячом, они уверенно идут вперед. Букайо Сака. Есть первый гол в этой игре. Хороший гол. Он, конечно, пойдет на пользу этой встречи. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. Еще раз мы смотрим, как он забил. Удар получился могучий. Очень хорошо он попал по мячу. И еще хорошо, что ни в кого из игроков такой снаряд не попал. Могло и пришибить. Один ноль в нашей игре. Совсем скоро прозвучит свисток на перерыв. Сборная Англии ведет в счете, но я бы не назвал этот тайм таким уж для нее простым. Все идет к тому, что на перерыв они уйдут в роли лидеров. Пусть преимущество и не... Извини, что прерываю, это отличный шанс забить. Вратарь первый на мяче, хорошо сыграл на выходе в таком напряженном моменте. И соперник позади. Может что-то из этого прохода получится. И все на этом. Первый тайм завершен, и команды уходят на перерыв. Наш матч продолжается. Впереди второй тайм. После первой половины преимущество за сборной Англии. Они ведут в один мяч. Мяч у Англии. Аут. Фоден. С мячом Фил Фоден. Мяч на угловой уходит. Был рикошет. И нам еще раз показывают гол, который вывел команду вперед. Пошел навес в штрафную. Мяч выбит из штрафной, вратарь может выдохнуть. Букайо Сака. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. И все-таки мяч оказывается у соперника. Киран Трипьер. Первыми они на мяч выходить не будут. Ждут, когда он сам придет к ним. С мячом Букайо Сака. Вратарь может выдыхать. Этот перехват ставит точку в атаке. Может быть опасно. Отличная позиция для удара, но защита сработала как следует. Букайо Сака. Англичане с мячом идут вперед. С мячом Джуд Беллингем. Мяч у Трента. Кейн. Очень уверенная игра в отборе. Грубо в отбор играет он. Желтая будет. Нарушение со стороны англичан. Будет карточка тут? Да, это желтая карточка. Оба тренера выпускают на поле свежих игроков.
Штрафной пробьют англичане. Кайл Уокер. Кейн. Хорошо, он мяч защищает от соперника. Харри Кейн. С мячом Джуд Беллингем. С мячом Джек Гриллиш. Можно бить. Великолепное спасение в исполнении Лукаша Градецкого. Просто феноменальная у него реакция. С такого близкого расстояния он тащит удар. Без всяких проблем мяч вратарь забирает себе. Здорово работает с мячом и двигается к воротам. Кайл Уокер. С мячом Грилиш. До ворот уже было недалеко, но мяч отобран. Арбитр вынужден остановить игру. Команда не воспользовалась шансом развить свою атаку. Возможно, ситуация тянула на предупреждение, но пока что арбитр ограничивается устным внушением. Рефери сегодня достаточно спокойный на самом деле. Он часто позволяет играть достаточно жестко и грубо. Другой бы уже, наверное, команда посадила на свисток. Они снова с мячом, пас перехвачен. Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. Очень хорошо он играет. Сейчас спас команду защитник. Иванов. Неплохо он с мячом идет вперед. Здорово защитник выносит мяч. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. И теряют они мяч. Матч подходит к концу, и сейчас любая атака может стать решающей. Им обязательно нужно забивать. Надежно играет вратарь. Девяносто минут основного времени истекают через 4 минуты. Кайл Уокер. Трент Александр-Арнольд. Харри Кейн. Сложно у него мяч отобрать. Впереди еще 2 минуты игры. Именно столько добавили к основному времени матча. Харри Магуэр. И на этом у нас все. Матч завершен. Поздравляем сборную Англии с этой победой. Очень много борьбы было на поле. Обе команды хорошо подготовились к матчу и старались играть без ошибок. Но все равно у одной команды это получилось немного лучше. Он провел хороший матч. Просто здорово смотрелся, я бы сказал. Всей команде нужно поучиться у этого игрока. Концентрация и уверенность на высшем уровне. Потрясающий победный мяч был забит в этой встрече.